Здравствуйте. Начинаем занятие. Правила по обслуживанию тепловых энергоустановок. У нас с вами в программе три темы. Первое – это правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Здесь наибольшее количество вопросов. Около 170, так? По сравнению со старой программой, изменения есть, довольно-таки значительные. Появились вопросы больше там по котельным, по обслуживанию там тепловых сетей. Ну и остались кое-какие там и старые вопросы, может быть, немножко видоизмененные. Все, больше. Дальше. Еще дополнительно к этой теме. Значит, тема по правилам охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Там всего 14 вопросов, самые элементарные, ничего там сложного нет. И третья тема у нас – оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае. Если кто сдавал экзамены по электроустановкам, да, правила, то там обязательно включались вопросы по оказанию первой помощи пострадавшим. Они один в один, 9 вопросов. То есть для многих, возможно, это не будет новостью. Вот эти 9 вопросов по оказанию первой помощи. Тоже не сильно сложные, просто надо как-то там в своей тонкости есть. Итак, первая тема. Первая тема – это правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Что такое тепловая энергоустановка? Первое – это котельная. Котельная у нас является источником тепла, тепловой энергии и теплоносителя. Теплоносителя какого? Пара и горячей воды. Котельная – это тепловая энергоустановка. Второй вид тепловых энергоустановок – это тепловые сети. Тепловые сети у нас система трубопроводов, по которым как раз и перемещается, и распределяется этот вырабатываемый теплоноситель. Это пар или горячая вода. Тепловые сети, системы труб. И далее по этим трубопроводам теплоноситель наш, пар или горячая вода, поступает к потребителю, к теплопотребляющим установкам, которые эксплуатируют различные организации.